Всем привет, с вами доктор Зак, и сегодня мы поиграем в Гарена Free Fire. Я очень давно играл в эту игру, но не на канале. Вау. Да. И посмотрим теперь, что изменилось. Ну, знаю, что в последнем обновлении добавили зомби-режим. Ну, зомби-режим подождёт, сначала нужно саму королевскую битву посмотреть. Погнали. Такая крутая игрушка. Интересно, лобби перед боем такое же осталось? Угу. Значит, тут есть угарный поезд. Так, как прыгать, я уже забыл. А, вот. Смотрите, что сейчас будет. А-а-а! Он меня не собьет отсюда просто. Все, старт. Там есть всяких много криталюх. И те, кто будут спрашивать, почему не PUBG. Да потому что там ничего интересного. Ух ты, какой у нас самолет. Погнали вон туда. Это у нас получается ангары. Вон там чувиха какая-то. Вообще-то как бы я уже нажал. Ну, кто-то уже умер. Причем сам. Эмоций у меня нет. Так, вон там что-то лежит. Что это? А. Это мы заберем. О. Что это у нас? О, хорошечно. Сразу третьего уровня. Прям зашибись. Что здесь? Дуло всякое. На момент там устанавливается. Так, что здесь? Окей. Чё здесь? Чё? Не, на дробаш мне не надо ничего. Отлично. Опа. Блин, у меня бы рюкзак. Туда.
Пока что вообще никого не вижу. О, ну это хорошо, хорошо. Так, сколько нас вообще уже? 37. Что здесь? Угу. А вместо этого можно? О, отлично. Хотя стой. А, ну оно автоматически на фамус поставилось. Отлично. Тачку бы какую-то найти, да свалить. О. Что это? И что это было? Что мне улучшилось? Я никого не вижу вообще. Дрон летает. Там он что-то валяется. Ну, шлем. А это шлем какой? Точно такой же. Понятно. Тут что? P90 я не брать не буду. Это похоже на Steam револьвер. Револьвер из этого Пиксельгана. Там он самолет скидывает всякие фигни. Да, значит, там что-то полезное. Так, там сейчас будет бомбомет. Где они? Почему на карте врагов не показывают? Ну, по крайней мере, если далеко. Что здесь? Сошки. Блин. Что выбросить? Это можно куда-то? Это сюда. К ней это заберем. Ну, хотя бы так. О! Просто зашибинно. Чё-то как-то скучновато.
Говорили, что бои 10 минут. Опа. Это что? Это что это такое? Ни хрена себе. Протестировали. Таким образом можно сбегать от врагов. Так, пошел звук. Так, наш 17 осталось. Ух ты, ебать. Сейчас она закончится, и мы туда поедем. Видите? Видимо, они за безопасной зоной. Они там устраняют друг друга. Ты что мне собираешься сделать, ты? Это воу, ура. Все, так тебе там. Воу! Где? Ага. Сзади. А ну сюда, скотина. Ха-ха-ха. Тихо, что тут у тебя? Ну, нифига себе. Ага, скотина. Далеко не убежишь, падла. От меня думаешь убежать? Так тебе. Да едь. Ой. Кто?
Живых трое. Да какого фига я не попадаю? Ну где? Да! Первый бой и сразу же топ-1. Вот так надо играть. Первый из 50. Убито шестеро. Награда 120 и 166 чего-то. Ну, я мог бы и не занять топ-1, если бы они там еще не дрались. И тут так под конец, когда уже зона начала сужаться, и не поняли, что надо уходить. Просто сразу же. Ясно. Чё, джекпот? Да иди ты. Вэйл. Голод UMP. Нифига себе, тут скины. Золотой джекпот. Погнали. Боевая горничная. Вау. Давай еще. Окей. Склад. Ой, тут питомцы новые. У меня был кот, кстати. Ой, кажется, ты наступил на говно. Да уж. Чё это так? Сейчас. Восстание мертвых. А, необходим 5-й левел. Ну что ж, давайте еще раз поедем. Такой вот я. Что можно еще добавить? Сканер. Это вот хорошая вещь. Второй недоступен. Ну, зло качает, конечно. Ну что ж, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, потому что просто сразу скачал игру и сразу топ-1. Просто сразу. Всем всего хорошего, ребят. Желаю удачи, если будете играть в эту игру. Пока-пока.